Здравствуйте! Сегодня вновь читаем прекрасного автора Анну Никольскую. Рассказ из цикла «Город собак». Тобик. Зовут меня Тобик. Ростом я невелик, зато белый и пушистый. Нос мой сверкает перламутровой пуговицей, усы в меру кудрявы, а лаять я умею пригромко. Хозяйка моя Анюта, девочка хорошая, учится она одни пятерки и животных любит. Вдвоем нам весело, вместе гуляем во дворе и частенько играем в дочки-матери. Анюта причесывает мне шерсть, повязывает на шею банты и даже иногда купает. Она вообще всячески обо мне заботится и не любит со мной расставаться. Однажды даже в школу с собой взяла, но мальчишки ее засмеяли. Анюте меня на день рождения подарили. Я тогда сидел в коробке и ужасно переживал, кому же я достанусь. Но нервничал я понапрасну. Увидев меня, Анюта от радости рассмеялась, схватила меня на руки и весь вечер не отпускала. Сказала, что всю жизнь о таком мечтала. Да, мне с хозяйкой необычайно повезло. Ведь нередко с нашим братом как бывает. Купят сначала, а через месяц ты им надоешь, и они тебя на улицу. Разные люди бывают. Но Анюта не такая, она меня очень любит, и я плачу ей тем же. Часто она со мной разговаривает, как с человеком. Она и не догадывается, я-то все понимаю. Сказала однажды, что я ее самый лучший друг. Говорят, Анюта слишком меня балует, одежки шьет, а на ночь берет с собой в кровать. Обнимет, прижмет к сердечку покрепче и заплачет тихо. Тут я бессилен помочь. Анюта по маме скучает. Мама Анюту 2 года назад в наш детский дом отдала. В такие моменты очень хочется ее успокоить. Сделать для нее что-нибудь хорошее. Но я не могу. Я ведь даже лизаться не умею. Пес-то я не настоящий, плюшевый. Вот такая история. Читайте с нами, читайте как мы, читайте лучше нас.